Вы упомянули про внутреннюю пустоту. Как ее заполнить? Смотря чем. Ее можно заполнить контактами в социальных сетях. Ее можно заполнить конфетами, шоколадками, статусной одеждой, поездкой на Кипр, и наркотиками, алкоголем. А можно заполнить реализацией своего предназначения. Вопрос, что мы выбираем. На первом пути мы получаем некие наслаждения, которые очень быстро, знаете, как туман рассеивается. Что-то появилось и исчезло, опять пустота. И опять что-то нужно искать. Во втором случае мы получаем насыщенную жизнь. Мы получаем настоящих друзей, соратников. Мы получаем настоящий вызов жизни, настоящее дело и настоящее вдохновение. Вопрос в том, что мы выбираем.